Да, в смысле поближе чуть подсесть, чтобы у меня как бы... Будете вам короче передавать, я буду отвечать, поэтому будет вам микрофон передавать. Не стесняйтесь, не бойтесь. Кусается только вот оно. Точно? Точно проверяли? Прям сносит. Так, так уже собрались, наверное, все, кто хотел узнать косплей. Давайте начнем с того, что есть ли у вас, в принципе, какие-то вопросы, и если вы мне его зададите, я уже начну от этого отпускать, чтобы вообще знать, что хотите послушать, потому что я могу рассказать много, немного, и есть у вас какие-нибудь вопросы? Давайте с чего-то начнем, и я дальше разгонюсь на своем поиске косплея. У кого есть вопрос, вот подходите, я вам тяну микрофон, можете, я не знаю, слышимость какая, чтобы вы крикнули, но лучше микрофон, да? Ну, не стесняйтесь, давайте, давай. Ой, типичный вопрос, да, хороший вопрос. Можно, можно, да, можно косплеить. Просто, допустим, если персонаж не подходит вам по каким-то параметрам, постарайтесь просто максимально приблизить себя к этому персонажу. То есть, допустим, рост можно исправить там обуви, допустим. Телосложение можно исправить, плечики накладные, там, не знаю, если персонажа какое-то там пузо, тоже что-то накладное можно подложить. Если у вас там какие-то большие габариты, есть утягивающее белье, да, оно существует, надо потратить на него денежку, но как бы вы себя подтолкнете к, так скажем, идеальному образу. Так что не бойтесь экспериментировать, не бойтесь задавать вопросы людям, которые в этом, так скажем, шарят, понимают. Никто вас не ест за то, что вы к кому-то обратитесь за помощью. Есть также всякие паблики ВКонтакте, наверное, ВКонтакте больше, да, где можно задать вопросы по поводу косплея, там, помогите то-то, помогите с тем-то. И я думаю, у нас в России достаточно людей, которые смогут вам помочь и ответить на эти вопросы. Вот. Так что можно косплеить всех, главное, аккуратно и правильно к этому подходить. Вот. Нет, ну просто если там, допустим, какое-то вот такое чудовище-монстр, как бы, а ты вот такой, то можно, но ты потратишь как бы большую денежку, чтобы тебе скрафтили вот это вот чудовище, куда ты будешь залазить, потом ходить как чудовище, как-то скажем это. Да. А что ты чудовище, да, надо маленького. Ну, тут уже ноги отрезать тебе придется, в принципе. А, ну да, давай. Ой, да, давай расскажи свой косплей на игре. Короче, ребят. Да, да, да. Не бойтесь косплея, ничего тут страшного нету. Если вы, допустим, боитесь критики, она была, есть, будет. Короче, да. Она, критика всегда была, есть и будет. Положительно, отрицательно, это в любом вообще изделии, это в работе, в шорте всегда все есть, поэтому не бойтесь. Любой ваш косплей начинался. В принципе, мое занятие косплеем началось с того, что у меня был отвратительный косплей, как не косплей, даже как закос, ужасный. Это был ужасный закус на Себастьяна, если он говорит. Это у меня после обязательного плохо. Это была какая-то школьная нагрузка из какого-то магазина просто. Мамин шарфик, который вообще по оттенку. Короче, это было очень плохо. Фоткалась это около дерева на фоне строящегося замка, реставрирующегося. Это был такой кошмар, что я не знаю, как мне вообще хватило смелости выставить это в сеть. На тот момент был паблик какой-то с закосами какими-то, ну типа оценить и стоит ли делать дальше, и что нужно исправить. ЦЦ. Нет, это не ЦЦ был. Это был не ЦЦ, ребята. ЦЦ, по-моему, мне кажется, тогда еще нет, наверное, он существовал. Не было ЦЦ еще? 8 лет назад был ЦЦ?
Нет, мне кажется, не было сердца. Короче, ну он сердца был просто. Короче, был паблик, там кидаешь в группу косплей, тебе пишут, типа, идет, не идет. Там столько всего мне написали, что я сижу так, я могу научить, я сделаю, я беру, коплю. Мне мама давала деньги с обедов, точнее, мама давала деньги на обед, а по 30 рублей в день. Я так, ой, я не буду кушать. Видите, что со мной случилось? Люди, которые не кушают. Мне пришлось копить эти деньги, откладывать, и я покупаю себе на тот момент за 1000 костюм Себастьяна на eBay. Приходит мне костюм, он вообще не... он, короче, не, ну, как бы у меня вот тут висели штаны вот так, они мне были вот так, рукава мне были вот так, жилетка шла вот как-то так, короче, это был какой-то трэш. Но мне так хотелось сделать вот прям супер классно, что я думаю, у меня есть плавки, заколем. У меня есть одноклассница-фотограф, так она все сделает. Есть папа моей подруги, который отвезет на машине. Все четко, супер. Там были, вот я сейчас смотрю на эти фотографии, понимаю, что вообще капец. Это ужасно было. Этого альбома не видно ни для кого ВКонтакте. Это ужасно. Избранные только видели эти фотографии. Там все пипец было, там ужасно было. Мы ехали в машине, и я эту пентаграмму на руке рисую карандашом для глаз. Ну, вот такая пентаграмма, как будто, не знаю, Себастьяна призывали настолько много раз, что он уже психанул. Приезжаем мы на место, и папа такой, ну вы что, минут 10 пофоткайтесь и все. Да, мы такие, да, конечно, 10 минут. Мы фоткались час. Фотографии просто жесть. Но были фотки, которые мне понравились. И вы не поверите, но эти фотографии людям зашли. На тот момент паблики ВКонтакте были живыми, не то, что сейчас, он вообще сдох. Паблики были живы. Да, опять же, кидаю фотографии вот в эти паблики, и людям вроде как зашло. И вот что-то как-то так поехало, пошло, и вот все, как бы я уже 8 лет в этом болоте. Так что не бойтесь начинать, вот мое начало, считаю, было с критики, с отрицательной. Поэтому не бойтесь ее, просто это вам должен быть пинок, толчок, чтобы идти вперед и вот прям бороться с этим. Куда кидаться? Кидаться? А, ну, да блин, значит, сейчас люди еще злее, но просто не обращайте на это внимания, вот. Давай мне вопросы, давай. Как тогда это подотчилось? Чего все началось у тебя, расскажи? Только что тебе рассказали, алло, ты где был? Жожа, я упал в жожу настолько, что все плохо. Китайцы что-то у меня как-то не зашли, китайцы. Я в жужу, это у меня почти на каждый косплей, я не пойду туда-сюда. Что, все? Не-не-не, все хорошо. Все, ага. У меня было, нет, я не буду смотреть вашу жожу, там какие-то непонятные перекачанные мужики, вообще, что это такое. И тут мне моя швея говорит, ну, ты в жоже, ты делаешь деда. Вот у меня было вот такое лицо примерно, и я говорю, в смысле деда? Они мне показывают старика вот такого. И я говорю, вот с ума сошли, вы вообще как бы видели меня? Они такие, ты делаешь? И я так, почему? Они такие, паспорт твой у нас. И я так, ладно. Вот, и как-то что-то так пошло, я так, ну это ничего так, это тоже ничего так. Потом меня позвали в проект в Краснодар. И мне пришлось посмотреть жожу. Ребята, если вы начнете смотреть жожу, берегитесь. Это такое болото, куда вы упадете в болото, в стекло и останетесь там. Как бы я по пальцам, если буду пересчитывать, то у меня одной руки, наверное, не хватит на персонажей на этих жожах. Короче, ребят, либо вы отказываетесь полностью от жожи, либо вы смотрите и вам плохо. Вольтрон! Козлы на Вольтрона! Нет, он готов, но не в том виде, в котором должен был быть.
Год назад я, получается, попадаю на Игромир. Это первый такой для меня фестиваль, это даже не фестиваль, а ивент, получается, большого масштаба. Мне очень понравилось, я думаю, так, мне нравится там, короче, один персонаж из мультика, прям, о, вообще, он клёвый. Это самый сложный, наверное, персонаж, который у меня был. Там и доспехи, и грим, и все, все, все. Я так думаю, так, у меня есть год, я смогу, я соберу Вольтрон. Я не буду показывать, что, какой палец я сейчас показываю. Трон не собрал, как я называю эту историю. Ну, в принципе, как бы мне удалось выгулять этого персонажа на Игромир, но не в том виде, в котором хотелось бы. Поэтому сейчас я этого персонажа немного реанимирую, и вот, наверное, это моя самая была такая вот... Если за последние года два, наверное, вот это вот самый такой персонаж, которого мне хотелось воплотить, и вот моя мечта. Сейчас у меня мечта доделать его так, чтобы прям мне очень сильно нравилось, потому что я делаю своих персонажей, потом смотрю, думаю, ну что-то не то, ну что-то не то, что-то не хватает, и все таки да нет, круто, классно, это, ну что-то не то. Вот я хочу, чтобы этот персонаж у меня был то, вот четко, классно, и я очень хочу поехать на какой-то большой тоже такой фестиваль и с ним выступить. Но почему-то StarCon закрыли, я так понимаю, в Питере, какой-то там еще отменили. Что, нормально будет StarCon? Я выезжаю. МСС я вообще ни разу там не свечусь. Я нет, ни разу нет. Это другие бомбили, я сижу, думаю, что все бомбят на этот. Меня не было там. Меня там не было. Мне сказали, Витя, не иду. Вот, это как косплей такой, да, мечты был. Вот. Что еще вам рассказать? Почему мастер по обуви? Вообще у меня сейчас депрессия в этом плане. Я не буду делать. Буду обувь. Все плохо, я не буду делать обувь. Почему? Потому что шьют все, укладывают парики все. Шьюхи, да. Ну, я это и говорю, шью. Нет, шью, а слабо шью. Вот. Крафтят тоже. Все. Это такое направление, которое вот очень редкое. Мне почему-то захотелось. У меня, не помню, какой первый персонаж был, на котором мне нужны были ботинки, которые ты, в принципе, не найдешь. И я беру, покупаю ботинки и начинаю что-то там красить, там что-то делать. И мне так зашло. Чего бы нет. Вот у меня была мечта стать мастером буквы. Я до сих пор считаю себя, в принципе, новичком в этом плане. И... Но это клево. Вот мне прям понравилось, и ты сидишь, делаешь, что-то там придумываешь. То есть там можно соединить несколько каких-то своих навыков. То есть ты и шить должен, допустим, там что-то, чтобы приделать. И чуть-чуть крафтить должен, потому что там приклеить какие-то детали. То есть здесь уже соединено несколько составляющих косплея. Не знаю, вот просто понравилось, что зашло. Просто зашло. Вот. Депрессия, не знаю, я что-то последнюю обувь делала, последний заказ. Мне просто помогает моя швея, потому что машинки у меня нету. Я грустный косплеер без машинки. Вот. И я прихожу к своей швее и говорю, помоги мне, пожалуйста. Я настолько часто прихожу и говорю, помоги, пожалуйста, что мне уже стыдно просить помощи. Я так, ну, я закрываю свою лавочку, пошиваю. Нет, одна швея. Не одна швея. Вот, Киана. Вот. И швея мне говорит, да нет, вот, тебе буду помогать, там я так... Нет, швея у меня очень хорошая. Вот. Ну, короче, я не знаю, выйду я из этого состояния Бриона, типа, делать его или нет, но пока что я в состоянии... Вот, короче, не знаю. Ой, знаешь, вот, а сейчас еще зима, была осень, витамина не хватает, это такой, ну, вообще, конец года, бьет по тебе просто всеми лопатами, всеми ногами, руками. Кручу. Да,
мне нужен пинок прям. Вот, кстати, ребят, насчет пинков. В принципе, ну, косплеить может неплохо, но я предлагаю вам и вообще советую, чтобы в косплее у вас был друг, напарник, который вас поддержит, который вас пнет и помогает. Не помогает. А знаешь, я человек, который, в принципе, только относительно один косплеер, вот, но не знаю, вот как в косплее я уже 8 лет, и ну, у меня образовался там свой круг ребят, которых я могу попросить со мной что-то сделать, они меня тоже просят что-то сделать. А, знакомьтесь на фестивалях, не бойтесь подходить, типа говорить, вот чувак, у тебя там ну, клевый косплей, там вот, бла-бла. Паблики ВК, как я уже говорила, типа умерли, но мне как-то они еще пытаются как-то делать хи, поэтому я думаю, можно найти напарников вполне. У тебя есть мой ВКонтач, в чем проблема? Пишешь, Бобр, мне нужно то-то, то-то, помоги, давай косплей. О нет, только не завтра. А Твиттер, да, кстати, сейчас очень у нас разошелся, пишешь, да, не подписывайтесь на мой твиттер. Нет, не надо, не надо. Не надо. Так, вали меня. О, нет. Вот. Твиттер хорошая вещь, но он работает в том случае, если там у тебя кто-то есть из друзей, косплееров, опять же, кто тебя не поснет и увидит. Поэтому я в Саган. О, да, здравствуй. Да, ты мой друг. Он, кстати, там последний твит был про девочек кей-поп. Я не знаю, это было слышно или нет, как я говорила, какие девочки. Это было слышно, мне кажется, об этом последний твит. Короче, пишите в ВК, находите группки. Если приходите ко мне в личку, спрашивайте, я вам советую все помогу. Что? Домой? Ко мне домой? Не надо. Не надо ко мне домой. Нет. А, шутка. А вообще-то, такого не было. С организатором мы спали сегодня. Меня в жюри позвали до того, как мы поспали с организатором. Так что не прокатит. Нет, в прошлом году мы выступали на этой сцене со стенкой, а потом пошли, познакомились, я выхожу на улицу с всеми ребятами, курят ребята, курят организаторы, я стою так типа, о май, и теперь я в жюри. Как-то так это случилось. Так что не все через. Ой, да, блин, было время, как я так, хочу в жюри, ну и как бы... И так получилось, что я в жюри. Здравствуйте. Спасибо. Как попасть в жюри? Вы идете в курилку с своими друзьями, и с друзьями просто идти такой. А еще у вас должен быть осипший голос, и вы должны болеть. У меня был тогда, у меня не было голоса, вот, и один из организаторов, типа, ты псих, я так разговариваешь, я так. Нет, я просто болею. И организатор такой, мне так не нравится твой голос, я так. Я в жюри. Так что, как попадает в жюри, да? Через курилку, да, без голоса. Вот. Не знаю, вообще, в принципе, наверное, жюри зовут, если просто хорошая работа. Честно. Не знаю, предлагали мне в жюри несколько раз быть, но у меня не было возможности поехать. Я не знаю, как организатор находит вообще косплеера, чтобы... Ну, как-то находит. Даже не обязательно, чтобы ты был супер-мега-бау какой-то там популярный. Чё, больная тема, да? А, ну всё, не будем говорить. Да, о чём поговорим? Не знаю, но я не медленно. Ой, кстати, знаете что? Может быть, скажу пару моментов по поводу позирования, что вообще, в принципе, должно было быть сегодня, но этого не случилось, потому что будет доступ к своей истории. Я вам скажу то, что я помню, примерно. Короче, когда вы фоткаетесь, во-первых,
дома перед зеркалом. Же можно, ну, в принципе, дома перед зеркалом и на селфачах. Когда вы фоткаетесь, вы уже привыкли, какой стороной вы поворачиваетесь. Этой же стороной вы просто поворачиваетесь к фотографу, говорите фотографу, так, у меня вот это рабочее, там, одна нога длиннее, другая там из под ноги вылазит, короче, там кто-то скрыть. Обязательно разговаривайте с фотографом перед съемкой так, что у вас не так, чтобы он тоже знал, как подобрать вам ракурс. И вы, собственно говоря, поворачиваетесь тем, чем у вас все хорошо получается. Частая проблема людей, когда они сидят и у них вот тут вот расплылось. Чтобы у вас не расплывалось, во-первых, не садитесь вот туда далеко, чтобы у вас там все вот так было. Сплыться даже может у меня, с учетом, что у меня ничего нет. Вы садитесь боком и чуть-чуть приподнимаете ногу. Не вот так вот, не потому что видите, вот оно. Все, его у меня нет, но появилось откуда-то. Поэтому чуть-чуть приподнимаете ногу и вот все. А дальше дело фотошопа и фотографа и ракурса. Если он у вас нет... Спасибо.
вот, вот этих вот мест, и они вас становятся меньше, и как уже. Вова, Антон, срочно. О, полицию вызвали, сейчас. Сейчас, короче, все забанчим. Yeah.
нормальные люди находятся в Инстаграме, да, но и там один два тоже Thank you.
Да, не бойтесь, вы будете, да, все будет хорошо. Ура, запекачу. Что еще сказать? Что еще сказать? За скольки лет? А, где-то 16 лет, где-то так началось. А, уже здесь была история как. Это был закос на Себастьяна несчастного. Эту фотку мне почему-то хотелось выложить в паблик ВКонтакте, где меня засрали. Я там ее смогу сделать лучше, и все так пошло. Так что, как-то так. Его надо переделать и до сих пор делать, потому что это жесть полная. Стань, да тихо, тихо. Наверное, мне пора подходить. Не пора. Почти, да. Сейчас мы потихоньку будем, короче, открывать программу. Ребят, также хочу вас попросить, люди, которые выступают, обязательно поддержите их аплодисментами, там, встречи, криками и тем, потому что, когда ты выступаешь, многие боятся выступать. Вот, да. Люди боятся выступать, и поддержка очень важна. Так что я вас попрошу очень поддерживать всех. Это очень сильно мотивирует, успокаивает людей на сцене. Так что, надеюсь, вы меня услышали. И сейчас второй, третий блок у нас пройдет прям на ура, на отлично. Все, до 15 секунд, 11, 10, 9. Спасибо, что послушали мой блок. Вот. Василий.